Действительно сегодня вернете? А то он у меня друга уже месяц обещаниями кормит. То детали завтра будут, то их нет на складе. А в целом мне вообще 5 дней мозг делали, и в итоге денег еще содрали. Слушай, да мы одними корейцами занимаемся. Ночью разбудить сделаем. Да с такой проблемой по 10 машин на дню заезжает и есть свой... Извини, пожалуйста. Да, здорово, Серег. Да вот твой МЗАП приехал машинку ремонтировать. Обещали сегодня вернуть. А ты своего немца все еще ждешь? Да не знаю, сказали, сделают быстро. Только корейцами занимаются, еще у них тут что-то свое. Помещение чистое, хорошее, ребята адекватные. Хочешь, оставайся смотреть, либо следи по камерам. Да мне самому не верится, Серег, я уже куда только не заезжал. Ну вот и готово. Да, офигенно все сделали. Но они ж только корейцами занимаются, их ночью разбуди, с закрытыми глазами все сделают. Да и магазин запчастей у них свой, с оригиналами. А цена не кусается, от слова совсем. Так что в следующий раз сразу в ОМЗАП поеду. Да и тебе давно говорил, продавай ты своего немца.